Здравствуйте! 3 октября. Как всегда, стараемся мы для своих цветочков покупать самые лучшие. Вот. Сейчас мне доставили грунт Агробалт прямо до квартиры. Я его прям при них вскрыла. Но, правда, пакет получился кверх тормашкой. И вот что я хочу сказать. Я покупала грунт вот Гринвольд. Пушистый, хороший, мне очень понравился. Но там, конечно, мало. Вот 18 литров у меня он закончился сразу. Но там полезли огурцы. Огурцы, я снимала видео, прям лезут и лезут огурцы. Вот. И вот ждала 1,5 недели грунт Агробалт. Вот сейчас покажу. Занесла специально в зал сюда. Сейчас хочу вам показать. Вот. Посмотрите. Вот это, он прям даже влажный. Вот эта партия у меня получилась хорошей. Так что, если кому-то что-то надо, вот заказывайте. Вот хорошая партия пришла. Даже вот я чувствую здесь. Сейчас. Ну-ка снизу возьму. Вот. Нет, прям вообще. Вот. Даже здесь есть комочки. Комочки, вот. Но они вот даже вот так вот как бы немножко рассыпаются. Нет, я вот. Сейчас еще. Подождите, я прям хочу показать. Так, вот я нашла вот комочек, да? Вот, смотрите. Вот он рассыпается. А который до этого партии у меня была, это вообще у меня столько отходов было. Все. Ну, как бы в сад только. Там вот дочери можно с черноземом перемешать. А вот этот вот какой хороший. Ой, слава богу. А то у меня уже столько деток из этих, как из листочков, это на фрагменты я делала. Детки все повылазили, вот нужно было садить. Все, вот я ждала 1,5 недели. Так что, вот. Нет, я очень довольна. Прям влажно. Ой, такой пушистый, хороший, все. Вот раз на раз не приходится. Так, что здесь? Ну, естественно, это же как бы грунт. Все. Вот, все, буду сажать сегодня вечером, если, дай бог, все нормально, буду сажать. Так что вот, что хочу сказать. И обошелся он мне. Это 70 литров я за не, заплатила. Кверх головой, говорю, мешок перевернула я, конечно. Агробалт С, синяя упаковка, 70 литров вот у меня. И перевернула. Как всегда, у меня все не так получается. Так что вот так. Грунт мне очень понравился. Я осталась довольна. Вот такой. Раз на раз не приходится, как в фильме. Вот этот шикарная партия. Вот и все, мои хорошие. В общем, я очень довольна. Все, всем всего доброго. Пока-пока. Ой, я уже засняла. Снимаю видео про грунт. И что такой дым такой невозможный идет. Я выбежала сюда на лоджию и смотрю. У нас вот Ветна. Корм для кошек все продается. Вот это такой один, вот это киосочек. И он горит вовсю. Ну, сейчас поменьше. Вон все равно дым еще видно идет. А вообще невозможно было. Какой туман прям был. Ну, все, я вызвала. Вот, видите, пожарку вызвала. Я везде в первую очередь всегда лезу. Хоть драка какая, я лезу. Всегда меня раньше муж ругал, что ты лезешь. Ну вот, естественно, нужно всегда все помогать. Уф, вот хозяина жалко, такой мужчина. Я для корма кошки там покупаю. Все для кошечки для своей покупаю. Ну вот уж, извините, вот так вот сняла. Ну вот такие моменты. Ой, прям жалко, не могу. Ну и ладно. И вот на этом все. Пока-пока.